В Лондон и из Лондона на этих выходных лучше не летать. В Британии транспортный коллапс. Крупнейшие авиалинии страны отменили все рейсы. Причина – сбой в системе IT. О последствиях расскажет наш британский субкор Оксана Кундеренко. Самолеты не летают, и для Лондона это настоящий катаклизм. В аэропортах Гатвики, Хитроу, которые ежедневно принимают почти 400 тысяч пассажиров, полный хаос. Полетела компьютерная система британских авиалиний. Мы отменили все рейсы из Гатвика и Хитроу. Если вы собирались лететь нашими авиалиниями, пожалуйста, не приезжайте в аэропорт. Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кому доставили неудобства, особенно семьям, которые собирались лететь в отпуск. В Британии эти выходные – начало школьных каникул. Но вместо солнечных пляжей и экскурсий родители и дети по несколько часов вынуждены стоять в огромных очередях. Эдди, как дела? На аэровокзалах столпотворение. Отказала система регистрации пассажиров и погрузки-выгрузки багажа, а также система, которая отвечает за парковку самолетов у рукавов. Застряли пассажиры и внутри лайнеров. Даже сайты, приложения и телефонные линии поддержки клиентов не работают. Люди жалуются, что авиалинии не выдают еду, воду и ваучеры на ночевку в отелях. Кое-кто устроился на ночлег просто на полу. В аэропорту совсем никого нет. Уборщики и полиция. Рейс отменили, и от британских авиалиний нет представителей. Здесь ночь. Люди отдыхают просто на полу. Моника на 6-м месяце беременности. Мы не можем положить ее на кафель. Авиалинии пытаются успокоить разъяренных клиентов и уверяют, никакой хакерской атаки не было. Виной всему ненадежные источники питания IT-системы. Но компания обязана была перейти на резервный канал, а этого почему-то не произошло. А почему бы нас не пересадить на другой рейс? Все рейсы переполнены, и вы должны будете выстоять огромную очередь, прежде чем получить билет. Главного перевозчика королевства обвиняют в жадности и излишней экономии. В прошлом году компания British Airways массово сокращала персонал, а отдел IT перевела на аутсорсинг в Индию. Теперь авиалиниям придется считать колоссальные убытки после самого черного дня в истории. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».